Когда-то на этом месте был кинотеатр «Самара». Его снесли в 2008 году и планировали построить здесь торговый центр. Однако территория пустует до сих пор. Жители хотят отстоять хотя бы небольшой сквер с дубами около бывшего кинотеатра и обустроить там место для отдыха. С этим предложением Елена Левашина и пришла на общественные слушания по благоустройству своего района. Мы хотим хотя бы тот остаток сквера, который за забором, мы туда ходим периодически. Там остались прекрасные деревья, изумительные дубы, изумительные сосны, дорожки. Там совсем мало вложений надо для того, чтобы привести его в порядок, поставить лавочки, освещение как минимум. Ну, вы понимаете, это была бы большая помощь в воспитании малышей. Еще один наболевший вопрос для жителей – проблема ЖКХ. У основной управляющей компании микрорайона возникли проблемы с лицензией. Теперь главный вопрос – как выбрать новую управляющую компанию и не прогадать. Жителям важно понять, как впредь защищать свои интересы. Нами сейчас запланированы семинары для председателей советов многоквартирных домов, активных жителей, членов советов МКД по разъяснению основных моментов жилищно-коммунального законодательства. Объем работ предстоит большой, считает Екатерина Гудзима. Но общими усилиями все проблемы решаемы. Недавно состав общественного совета 13-го микрорайона пополнился новыми людьми. Среди них председатели советов МКД, педагоги, воспитатели, члены ветеранских организаций. Каждый из них пришел в совет со своими идеями и предложениями. Такие неравнодушные люди войдут в команду созидания, которая поможет преобразить как отдельные дворы, так и город в целом. Следующим шагом станет формирование районных советов депутатов. Валерия Макарова, Павел Пресняков, «События».